думаете службу доставки. Сразу продать услугу доставки для всех заведений города сложно, потому что все заведения города нужно обойти им, продать свою услугу, заключить с ними договора. На это можно потратить уйму времени, можно с голоду помереть, пока ты это будешь делать. Сбелить сайт быстро, сделать какой-то сервис быстро, сделать саппорт не так быстро, и на это тоже нужны деньги. Сделать саму доставку вообще нереально, это система логистики, которую далеко даже не все большие компании могут создать. То есть сразу с нуля нужно потратить минимум полгода и огромное количество капиталовложений для того, чтобы запустить. Но на самом деле, если понимать рынок, потребительские вопросы и проблемы, которые хочешь решить, и какое конкурентное преимущество ты имеешь, можно разбить на этап. Например, тот сервис, который мы запускали, он заключался в том, что мы заметили, что доставка делается больше часу, потому что когда ты заказываешь, тебе везут через весь город. А чисто гипотетически ты можешь выбрать заведение, которое в радиусе 2 километров от тебя или в 100 метрах от тебя, заказать, и даже обычный официант, работая в этом заведении, может тебе поднести в соседний подъезд тебе еду. То бишь, если ты выбираешь себе заказ по какому-то радиусу, он приезжает. Дальше было принято решение не работать со всеми заведениями сразу. То есть, когда, например, вы заходите на UDA.UA, вы там можете выбрать бургеры, суши и прочее, прочее, прочее. Мы выбрали нишу, которая пользовалась наибольшим спросом в этом сегменте, и начали работать, например, с доставкой суш. Заключили там контракт на одну группу, заведений, поработали с ними, заработали там какой-то сегмент клиентов, которые стали постоянно обращаться. Дальше мы подключили следующую группу продуктов, следующую. В итоге стартап очень развился. На летний период мы даже сделали пробный запуск системы доставки, то есть для тех заведений, у которых нет своей службы доставки, мы предоставляли такую возможность через ребят, которые там на велосипедах или пешеходах подключались и хотели подзаработать. То есть они зарабатывали чаевые и там комиссию с доставки еды. Это одесский стартап «Горилла». Его запускала вместе, я была там больше как консультант-коуч, запускала вместе с Дмитрием Коневским, который когда топ-менеджер офисе в Одессе, долго не понимал, что ж ему полтора часа везут еду, если у него офис на Дерибасовской. 100%. Да. То есть, по большому счету, это была такая задача-проблема. Дальше он просто прогуглил, понял, что эта проблема далеко не только у него, и дальше там соединились. А на этом кейсе очень легко дальше объяснить, что стартап можно привести в хороший бизнес-процесс и сделать доходным продуктом буквально за 4 шага. То есть это выявление, проработка потребителей и их проблем, верификация потребителей, расширение клиентской базы и выстраивание бизнеса. Что-то верификация потребителей. А теперь по шагам отдельно. Потребители. Здесь первое, что нужно понять, кто ваш потребитель и какие у него проблемы. На примере кейса с доставкой мы понимали, что это люди, которые работают в офисе, у них нет, когда время, к примеру, у них нету, когда времени там сходить за едой на обеде, приготовить и прочее. Они заказывают, чтобы им привезли в офис еду и дальше кушать. Какие у них были проблемы? Мы поняли, что проблема была долгая доставка, и мы поняли, как ее решить. В принципе, чаще всего, когда в профессии интернет-маркетолога, диджитал-маркетолога, ты спрашиваешь заказчика о том, какой сегмент ваших пользователей, особенно там фитнес-центры, салоны красоты, они говорят, это женщины 25-40 лет, естественно, они живут в Днепропетровске, где-то около моего салона. Редко вообще даже геолокацию салон. Поэтому есть наработанная в этой сфере хорошая табличка, называется сегментация называется 5W, то есть это 5 вопросов, на которые нужно ответить, чтобы определить, какие у вас сегменты. То есть что? Это деление по типу товара. Если ваш товар может удовлетворять энное количество проблем, и в зависимости от того, какую проблему он решает, это другой тип товара. Тогда и нужно предлагать по-другому, и это другой сегмент. Кто, то есть это вот этот вот продукт ваш, для кого он ориентирован? Почему, когда и где? Почему это по типу мотивации, то есть зачем оно ему нужно, какая у него есть проблема, почему он должен прийти к вам за этим решением?
когда это обстоятельства. То есть обстоятельства это, скорее всего, работая в билетах, у нас был момент, когда мы хотели понять вероятностную группу аудитории, то есть клиентов, которые готовы реально прийти, купить билет и сразу там поехать, потому что это поведенческий продукт. Просто так сказать, что вот такие люди покупают билеты, нельзя. Потребность в билетах и необходимость купить их, они возникают там в процессе каких-то обстоятельств. Мы ориентировались, например, там на покупки людей. Мы понимали, что если человек там купил себе купальник, фотокамеру и оформил себе страховку или обратился в туристическое агентство не всегда, там, и обратился за страховкой, то, скорее всего, ему нужен будет или билет на самолет, или билет на поезд, или билет на международный автобус. И мы ему показывали соответствующее сообщение таргетированное, и он шел, смотрел, выбирал. Там, с помощью таких вот моделей, когда мы понимали обстоятельства, мы предлагали продукт, и люди сразу... Вот дальше буду об этом говорить. Чаще всего определение потребителя своего сегмента – это ваши гипотезы, это ваши догадки, это ваши предположения. Чтобы проверить, и ты спрашивал, что такое верификация, вот это вот называется верификация, чтобы проверить и прийти к какой-то работающей гипотезе, которую вы дальше будете модернизировать, просто повышать эффективность, нужно тестировать. А благо современные технологии позволяют тестировать все практически мгновенно, видеть малейшие отклонения, находить косвенные причинно-следственные факторы и принимать решения. Тут по додатковым обставинам, так? Да. Я сейчас чуть подробнее об этом скажу. Тут получается, что действительно это реальная ситуация наша, что мы придумали что-то интересное, а потом ищем способы, как, кому оно надо и как это оформить и как это продать. Можно ли начать с обратного, понять, выбрать, допустим, случайного человека, конкретно вот должность целевого сегмента, узнать, какие у них проблемы и подумать над решением для них конкретно? Чаще всего стартапы так и делают. То есть я в своем проекте, когда я не знаю, что сделать, будет ли работать эта функция, я делаю прототипы, иду с телефоном по заведению вокруг офиса. Я вот начал целый проект начать с того, что сначала узнать о проблеме. Хорошо, другой пример, чтобы тебе ответить, почему я так рассказала и почему я начала с того же сервиса доставки. Все знают Dole. Максим, основатель платформы Dole, это крупнейшее IT-сообщество с публикациями лучших экспертов. Он создал такой сервис, как Genie. Genie – это платформа анонимного найма IT-шников, разработчиков, менеджеров, всех связанных с IT. Он просто гипотетически предполагал, что такой сервис нужен будет. Он его запилил за 3 дня и просто запустил. Через полгода он уже просто полностью там был доходным в регулярных каких-то числах. У него нет саппорта, у него нет колл-центра, который звонит и говорит, да, вы наняли человека, а почему вы деньги не перевели? Да он просто понимает по алгоритмам там, данных, которые складываются. Комиссия за найм. Так же, как у обычного рекрутера. Числить, да. А какая комиссия? Вот мне я просто как бы подписался на рассылку, да, и. Genie? Да. Genie Co. И все. В зависимости от того, какой специалист. То есть там идет какая-то доля. То есть если ищете project менеджера, то там чаще всего чуть-чуть меньше процент от суммы его найма. Но это дешевле, чем рекрутинговое агентство, это я сразу говорю. Я проверила. Там 100% берут его паша и месяц. 150, 120, по-разному есть. Ну, бывает, если частника нанять, то там и какую-то константу можно уговорить. То есть, но Genie просто гораздо эффективнее работает, потому что туда размещают предложения конкретные программисты, которые хотят найти работу. Они пишут конкретные навыки, можно по конкретным навыкам искать, они там пишут зарплату. И если вам ваше предложение не будет интересно, свои контакты не откроют, то на этом ваше общение закончится. Единственное, сейчас они уже добавили сервис, что нужно подтверждать свое предприятие, свой оффер, но это уже другие истории. Вот, просто к чему я говорю, правильно начинать, ты правильно сказал, с того, чтобы пойти пообщаться с людьми, которым это нужно будет, узнать их мнение, но в основном в стратегии развития продукта это, говорится, верификация, потому что в IT чаще всего это инновации, которые гипотетически могут решить какую-то проблему, но люди, которые этим будут пользоваться, они не всегда знают, что им нужен этот инструмент. Это как с появлением айфона. Тут уже выход маркетолога. Не обязательно. Я тебе честно скажу, что в IT это не маркетологи. У меня вот был маркетолог, с которым я сейчас рассталась, и он мне все время пытался
там все вот эти вот ненормативные слова, типа ЛТВ, жизненный цикл, окупаемость. Чаще всего в стартапах это не работает. Тем более у меня стартап, я не зарабатываю на конечном потребителе. Хотя мы уже больше бизнес, но это такое. Мы не зарабатываем на конечном потребителе, мы зарабатываем на том, что мы этому потребителю предоставляем сервис для бизнеса. И здесь как бы то, что мне там маркетолог рассказывал со своими исследованиями, не работало. Мы его кейсы проверили, они не работают. И на основании этого я вообще полностью концепцию продукта поменяла. То есть чаще всего ты можешь пойти, узнать, построить гипотезу, но по факту, как ты оттестируешь, произойдет верификация согласно тем данным, которые ты получишь, и ты что-то поменяешь в лучшую сторону. Так вернемся к инструментам. Просто я могу чисто теоретически столько вам примеров рассказал, но вот хотелось бы дать инструменты, чтобы вы могли это приложить на себя. То есть, чтобы определить, какие сегменты пользователей гипотетические и как с ними можно работать, есть вот принцип 5W, то есть 5 вопросов, с помощью которых вы можете понять, какие есть сегменты. Из них можно составить карту потребителей. Карта потребителя – это чуть больше такая табличка. Я пытаюсь уменьшить, я не знаю, как это на компьютере это делать. Ctrl-минус. О, вы молодцы, вы знаете. Вот, то есть первый столбик – это то, что вы делаете с предыдущей табличкой, то есть вы определяете, какие сегменты есть. Здесь, например, там выделены сегменты людей, клиентов, целевых аудиторий, которым будет интересно покупать бетон. Это там, начиная от оптовых закупок каким-то бизнесом строительным, заканчивая конкретными физическими лицами, у которых есть участки, вплоть до их жен. Дальше статус этих групп. То есть есть разные конечные потребители. Есть конечный потребитель, который реально принимает решение и платит вам, покупает ваш продукт и потребляет его. И есть те, которые влияют на это принятие решения. Вот, например, здесь мужчина с участком, ему что там все рушится, ему наплевать. Зато у него есть жена, которая говорит, нам надо переделать дорогу. И она его задолбит и запилит, чтобы он купил и переделал. То есть это человек, который влияет на этот сегмент и помогает ему принять решение. Надо не забывать про таких людей. Например, если там это какие-то сервисы для семьи или еще какие-либо случаи, очень часто вступает в силу еврейская бабушка еще, которая начинает пилить всю семью, чтобы правильно использовать что-то. Вот иногда вот такие сегменты, их еще в книге «Фиолетовая корова» называют чихатели. Это люди, которые позиционируют ваш продукт. Один раз услышав о вас, один раз услышав, что Гала дешевле, чем Ариэль, стирает лучше, она будет ходить и рассказывать, что Гала реально стирает лучше. Поэтому, в принципе, здесь не надо забывать, что статусы у разных целевых аудиторий бывают разные, и на них тоже стоит как-то влиять. Иногда это слишком косвенное влияние, поэтому на них не стоит там уделять много ресурсов, там достаточно какой-нибудь абзацик на лендинге написать. Источник трафика – это то, где вы можете найти контакт с этими людьми. Это чаще всего не один контакт, то есть не один канал. Вы можете выбрать, например, Direct, AdWords, SMM, прямой звонок, письмо. На примере сервисов PrivatBank'а в кредитных картах они когда-то сделали эксперимент. Просто людям, которые заходили на сайт, что-то пытались попробовать, но у них нету карты банка, или они ее закрыли, или перестали пользоваться услугами, они брали на домашний адрес человека, присылали карту универсальную, предлагали ему ее активировать буквально через сайт или через банкомат, который есть рядом с домом. Конверсия была просто ошеломляющая, то есть 50% людей, которым там отправили это письмо, они реально ее активизировали и стали пользоваться. То есть такое прямое взаимодействие. Да, один контакт, одно письмо стоило дорого, но в итоге в жизненном цикле использования карты и всех сопровождающих сервисов банк окупил эти расходы. Поэтому источники трафика, естественно, в IT чаще всего используются информационные, поскольку они измеримы, их можно ощутить, можно понять, можно проанализировать сегменты, поведение, понять, как их дожимать с помощью инструментов ремаркетинга, сохранять клиентскую базу и дальше с ними работать. То есть есть абсолютно разные возможности, их тут как бы под каждый сегмент нужно выбирать. Дальше задача. Задача – это имеется в виду, что эта коммуникация для этого пользователя должна сделать, какую функцию продукт будет выполнять. Дальше – проблема, которая волнует пользователя, то есть эту целевую аудиторию, вопросы, которые у них с этой проблемой связаны, ну и
еще тут написала. Что не спрашивают, но думают. То есть на примере чаще всего у людей страхи. Они говорят, вот, я этого не буду делать, потому что, ну, скорее всего, мне там потом будет тяжело или еще что-то. А на самом деле его там беспокоят о том, что, ну, я сейчас потрачу 80% дохода, мне придется сложно, и я не уверен, что это надолго хватит. Чаще всего вот эти косвенные вопросы решаются словом «я гарантирую», что через полгода у вас все будет работать. То есть, ну, это тоже стоит предусматривать, потому что, что вы гарантируете, должно тоже звучать. А карта потребителей дальше эволюционирует в карту ценностей. Это тоже кейсы, в принципе. Об этом я чуть подробнее потом расскажу в рамках инструментов формирования ценностного предложения. И эту табличку я вам в группу скину. То есть все материалы сегодняшние я вам еще скину. Ой. Угу. Життя біль. Здравствуйте. Поздравляю. Ну не бейте его. У нас по пазлу даже мало. Серьезно. У вас, да. А у нас дивляться трансляцию с телефона. Ну, для новоприбывших я, в принципе, один из первых менторов Open Data Incubator, специализируюсь в project management, развитии стартапов, коммуникациях, бренд-менеджмент и пиаре. Сейчас я развиваю проекты в сфере и health, и также, помимо этого, работаю с технологиями, мобильными технологиями. Так, теперь то, что я говорила, верификация. Это выглядит в основном так. Вы составили гипотезы, составили сегменты, предполагаете, в каких каналах вы будете догонять. Дальше это нужно проверить. Вот эта вот проверка, это называется верификация. Но проверка – это не просто протестировать, это умение работать с теми данными, которые вы накопили, принять по ним решение и проверить еще раз. В офлайновом бизнесе это выглядит так. Вы сидите в офисе, планируете, составляете какой-то план продаж, там, план выхода на рынок, выходите в офлайн, продаете не готовый продукт, не продаваем. Это то, что вот ты, извините, как тебя зовут? Петр. Это то, что вот Петр отметил, что не всегда стоит сначала сделать, потом проверить. Иногда стоит придумать, обсудить, протестировать и пойти дальше. Вот этот шаг продать непродаваемое, то есть то, что чисто гипотетически существует или его прототип, можно делать по-разному. Можно выйти в какое-то заведение рядом пообщаться с людьми, можно постоять на улице с кем-то поговорить, можно зайти кому-то в офис пообщаться. Это офлайновые способы. Я видел хорошую презентацию, когда тоже как спром в течение дня или двух разрабатывали приложение под iPhone, которое, по-моему, для магазина очков помогало как-то примерять. И вот с чего они начали? Они нарисовали картинки, попросили клиентов, а вот представьте, что это уже рабочее приложение, нажимаете пальцем, вот перелистываете странички. Как вы будете с ним взаимодействовать? Покажите. Ну да, то есть это на самом деле, я сейчас, когда меняю интерфейс, для меня вот первая реакция там любого первого человека, который освоил, гораздо важнее, потому что у меня уже притертый глаз, мне, например, нравится там абсолютный такой минимализм, два цвета и все. А люди такие, о, мне нравится, когда яркая иконочка и прочее. Да, то есть как бы первая реакция людей, она важна. Но в этом шаге идет чуть-чуть речь о другом, что лучше выбирать людей, которые вот будут вас позиционировать и будут к вам привязаны. Это как вот там сейчас ребята встречаются с экспертами по своему сервису для получения там какой-то информации, знаний для развития продукта. Это то же самое, то есть найдите экспертов, попробуйте, они вам дадут какое-то экспертное мнение. Плюс эксперты, которые специалисты давно существуют в этой сфере, они чаще всего и знают поведение людей, которым это, возможно, будет интересно. Они вам поделятся опытом, расскажут. Такие люди, когда видят потенциал в проекте, видят, что хотят развиваться, они чаще всего привязываются. Они регулярно начинают вмешиваться, отслеживать, там, говорить, эй, чуваки, у вас что-то лежит, там еще что-то. И с них и стоит начинать. Потому что это люди, с которыми вы в итоге будете строить долгосрочные отношения, вовлекать, получать экспертизу, связи и прочее. Это ваш первый тест. Вы тестируете, смотрите, как работает, что-то меняете, допиливаете. Дальше, после того, как вы уже отточили, сформировали более устойчивый план выхода на рынок, вы начинаете делать позиционирование. Позиционирование – это просто создание информационного ядра,
как и на слуху сарафанное радио, так и где-то в интернете, в пабликах и прочее. Возможно, это просто обсуждение. А, извините, забыла. Продать непродаваемое, то есть найти экспертов. Вот для IT-сервисов, особенно инновационных, которые еще не очень распространены, там типа как мобильные технологии, а там, например, камеры 360, это не очень распространено, далеко не каждый человек может что-то об этом знать и сказать, прикольно это или нет. Есть такие сервисы, как Product Hunt или какие-то кикстартеры, где можно просто демо своего продукта разместить и как минимум уже по отзывам, уже по каким-то комментариям, рекомендациям или найти того, кто вам поможет, или найти какие-то слабые места и немножко эволюционировать свою идею. Позиционирование – это когда вы уже услышали обратную связь специалистов, понимаете, что у вас в принципе есть эксклюзивный продукт, есть эксклюзивная идея, к которой вы дальше можете передвигаться. Тут вы тоже формируете ядро, уже какой-то прототип, MVP, выпускаете, получаете обратную связь от прямых пользователей. Начинаете уже собирать какой-то мини-саппорт, библиотеку знаний от целевых аудиторий, которые вы сформировали. Получаете, формируете опять, пропиливаете, меняете, оттачиваете и потом уже выпускаете. В результате вы получаете постоянный процесс верификации своих гипотез. Все знают Spotify? Да. Компанию Spotify? В Украине, например. Гуглите быстро. Стыдно не знать, кто такие Spotify. Фу-фу-фу. Spotify – это музыкальный плеер. Ребята, на самом деле, европейцы, которые запускали проект в Соединенных Штатах, они приезжали в Украину на конференцию Yo Mobitech. Мега крутые чуваки, которые рассказали о том, как они пришли к своему конкурентному преимуществу. Когда они выходили как музыкальный плеер, они далеко были не уникальны. Но они были очень гибки и слушали своих пользователей. Сначала первое, что они услышали от пользователей, меня жутко раздражает, что есть перерыв между песнями. Они сделали, научились делать алгоритмы, которые в зависимости от того, какая была предыдущая песня, какая будет следующая, умягчали и убрали вот этот разрыв между песнями. Потом они определили, что огромный сегмент людей, которые пользуются музыкальными плеерами, это люди, которые занимаются спортом. И такие люди говорили, меня жутко раздражает, когда я бегу под какую-то ритмичную песню, она переключается на медляк. То есть людей это сбивает с ритма. Они сделали что-то более крутое, они отучились и отснимали более 100 спортсменов и отметили, какой у них есть ритм. Дальше они просто придумали алгоритм, который определяет ритм человека, его движение, того, что он делает, и подбирает из всей библиотеки музыки плеера вам ту песню, которая вам сейчас подходит. То есть это для романтической вещи музыка? Да. Вот тут я не можно, знаю. Можно. Скорее всего, они больше ориентированы на какую-то активность, поскольку технологии позволяют с этим работать. И более того, на последней конференции Healthcare Creative Forum Spotify показывали их ролик, один из последних, где они доказали в рамках вот этих вот исследований своих, отработки своих гипотез, что людям с нарушением вот нервных окончаний, движения опорно-двигательного аппарата реально помогает музыка. Они начинают под музыку двигаться, им проще, их успокаивают там нервы, их нервную систему, и они выздоравливают. Ну я чув кейс, що вони ще накладають геокоординату, відповідно, якщо ти в парку, значить, і досить рухаєшся, значить, ти йдеш або біжиш. Або якщо ти сидиш, не рухаєшся, і це, скоріш за все, якийсь готель або ресторан, то тобі, відповідно, трошки інше. Ну, якщо ви замітили, всі вже примери зараз всіх продуктів йдуть, тому що люди вже навчились накапливати даних дохеріща, а как их использовать, еще мало кто знает. И все продукты, которые сейчас возникают, и те, которые пользуются популярностью, это люди, которые догадались, как это использовать. А верификация – это об этом. Это вот этот вот алгоритм, уметь получать обратную связь и что-то делать. Не всегда обязательно сделать сразу все и получить обратную связь. Всегда лучше делать маленькие шишки. Ну, как говорится, с двух ступенек упасть, не с 20, прокатиться. Использование данных, вот эта верификация и сегментация потребителя, да? То есть если потребитель не знает, что делать с этими данными, то фактически задача команды искать, что нужно потребителю в работе с этими данными. Естественно. То есть если это никому не надо будет, зачем есть это делать? Есть публичные финансы, да, там 36 миллионов записей. Кому это надо? Ну, допустим, как бы есть то, что там сделано, а сейчас там задача ходить по консалтинговым агентствам финансовым. Давайте я закончу, а потом мы конкретные кейсы обсудим.
Хорошо? В принципе, так и работает. Я сейчас теорию расскажу, потом практически с вами будем общаться на всех проектах. Пам-пам-пам-пам. А дальше, после того, как вы верифицировали свои гипотезы, определились на основных направлениях развития своего продукта, нужно говорить о расширении вашей клиентской базы. На самом деле, в классическом маркетинге такой инструмент называется коммуникационные инструменты общения с пользователями. Почему в IT это не актуально? Коммуникация – это алгоритм, это тактика, это пиар-аудит, то есть проведение аудита внешнего внутреннего рынка, то есть, по сути, такой свод. Это там, понятие, как развивать позиционирование, где какие там чихатели, где там какие влиятельные эксперты могут посмотреть, помочь вам. Это определение там, агентов перемен, которые будут влиять на ваш продукт, там, определение группы бета-потребителей, которые будут вам давать обратную связь после каждой итерации. Там, первая постановка предложения и стимуляция – это сугубо вливание бабла в рекламу, чтобы нагоняние людей. Но далеко не каждый стартап – это такая классическая модель. Такая классическая модель – это может быть какой-то сервис. А? Какая адская методия? Вот, то есть это абсолютно… Тяжело сделать, в принципе, для стартапа. Понять это тяжело сделать. Ну, у маркетологов это стандартный инструмент, честно. Но то есть по большому счету. А мы так думаем по-другому. Это не отменяет того, что это хороший инструмент. Без аудита, без как бы, этих инструментов тоже сложно. Но тактически проект не выстрелит. Инновации современные – это абсолютно не о тактике, это о стратегии. Это определение долгосрочных каких-то видений и приведение людей туда. То есть это, скажем, такие провидцы, я не знаю, как позиционирующие люди, которые что-то придумают и ведут за собой. Ну, как бы Стив Джобс хороший пример. Как вы делаете это в e-health в Украине? Давайте на примерах потом. То есть, по большому счету, расширение клиентской базы – это шаг, когда вы уже определились с работающими тактиками, там, с работающими вашими гипотезами, и уже дальше с ними развиваетесь. То есть, по той карте потребителей, которую мы смотрели, вы работаете по каждому из инструментов, смотрите, где на каком этапе вашей воронки, вашего использования вашего сервиса, там люди отваливаются, придумаете, как их догонять, получаете обратную связь, влияете на продукт. То есть, в отличие от тактической коммуникации, это не просто коммуникация, там вот тут там продукт, между ними прослойка саппорта или вы, и тут потребители. И вот коммуникация – это вы и потребитель, а до продукта это доходит очень редко. Инновационные технологии это меняют. Есть продукт, есть потребитель, а вы где-то вот здесь. И потребитель общается с вашим продуктом. И только уже потом вы получаете обратную связь от того, как потребитель пользуется продуктом, и формируете расширение клиентской базы, то есть расширение тех людей, которые становятся приверженцами вашего продукта. Вот. На самом деле, хоть я и сказала, что SWOT – это глупость, я ее очень люблю. SWOT – это таблица, где вы можете просмотреть и проанализировать свои сильные стороны, свои слабые стороны и то же самое на рынке. Риски и все, что может быть. Это хорошо структурирует те правила и принципы, в рамках которых вы дальше можете рассматривать свою нишу и смотреть, как работать. Вот такие вот инструменты я делаю для того, чтобы в итоге понять, на каком рынке я буду существовать. То есть понять, сколько у меня конкурентов. Почему это запускается после верификации на этапе расширения клиентской базы? Потому что верифицируя и работая со своими гипотезами, вы работаете на каком-то узком покрытии, но на узком рынке. И что-то пробуете, отрабатываете, делаете. Но когда вы выходите в открытую продажу, обнаруживается, что вместе с вами такие же процессы делали еще 20 человек. Но здесь есть золотое правило. Если вы выходите на рынок, на котором есть уже один человек, лидер, и он монополист, то чтобы с ним как-то конкурировать, вам нужно вложить в развитие, в маркетинг и в рынок в 3 раза больше, чем за всю историю своего существования вложил ваш конкурент. Если это дуополе, там такие же. То есть дуополе – это когда 2 основных там, человека, 2 основные компании, которые между собой делят рынок. Там то же самое. Если есть
энное количество конкурентов и один определенный лидер, то там, в принципе, надо тоже больше, чем он, вложить, чтобы выйти на его уровень в 3 раза. А если это нестабильный рынок, где кто-то выходит, пропадает, то там достаточно все просто, просто нужно будет определить, кто так как выходил, какие у них были расходы, сколько они вкладывали в маркетинг, и примерно 1,7 раз, это не всегда работает, но преимущественно, нужно вложить в рекламу, чтобы проект вышел на какую-то свою форму жизни. И это открытый рынок, если там никого нету или кто-то, кто с вами сейчас выходит, здесь важно быть гибким и реагировать на все изменения максимально быстро. Чаще всего даже не нужно вложений таких адских. Главное просто реально правильно влиять и общаться со своими потребителями. Об открытом рынке еще очень классно рассказывается. Это классика бизнес-идей. Это книга «Голубой океан». Я правильно сказала? Да? То есть это книга «Голубой океан». На самом деле в книге рассказывается теория работы и выхода на разные рынки, и его оценивают как красный, по-моему, желтый и синий. А синий – это рынок, ниша, которая не освоена, то есть там никого еще нету, никто еще с этим не работает, вы можете выходить, получать и стать лидерами, первыми, эксклюзивными, и к вам все побегут. Если это рынок, на котором уже кто-то есть, или вот монополия, дуополия, то это красный рынок. Вы там уже ничего не сделаете. Ну и смысл туда выходить. Это надо иметь какое-то реально очень сильное ценностное предложение, которое убьет вашего конкурента. Помимо этого, кстати, еще один момент. Извините. Классная книга «Маркетинговые войны». В этой книге на примере самых крупнейших транснациональных компаний, таких как PepsiCo, Coca-Cola, рассказывают, как эти люди, как эти большие-большие машины между собой конкурировали и, меняя какую-то микроскопическую долю своего ценностного предложения, концепции своего продукта, они просто делали и убивали конкурента на 10-20 лет. Поэтому я дальше тоже эту литературу, название вам скину. Думаю, вам будет интересно. Теперь пришли вот к чему. Вы понимаете идеально своих потребителей. Вы знаете, какие у них проблемы, знаете, как вы их решаете. Но вы можете даже думать, что для каждого этого сегмента, предположим, у вас 5 сегментов, и каждый сегмент вы решаете в сумме 12 проблем. И все 12 проблем, которые вы решаете, это ваше преимущество. Теперь вопрос, как эти все 12 проблем и 12 преимуществ вложить в одно ценностное предложение, которое будет очень простым и понятным. В основном ценность вашего продукта – это воспринимаемая ценность тем человеком, который будет это пользоваться. Она вкладывается в очень простую формулу – это стоимость продукта и издержки от продукта. Они должны стремиться к нулю, а лучше в плюс, потому что издержки – это всегда минус. Объясню немножко на эмоциональном моменте. Если я выбираю себе билет на Интерсити, да, я хочу поехать в первом классе, где удобное кресло, есть розетка возле каждого кресла. Но есть еще второй класс, который в 2 раза дешевле, он, по сути, ничем не отличается. Ну, там нет розетки, и будет 3 человека вокруг меня сидеть, и мне в туалет будет сложнее ходить. То здесь как бы есть такой момент. Готова ли я переплатить вот эту сумму, чтобы мне было чуть комфортнее? И моя воспринимаемая ценность вот того первого класса, она абсолютно зависит от тех факторов, которые у меня есть. То есть насколько для меня вот эта переплата будет критичной, не умру ли я от голода, если я переплачу за первый класс, и получу ли я в итоге какую-то скидку. Если я сейчас в первом классе поезжу, то в следующий раз мне там, например, билет будет бесплатный. Очень часто бизнесы с ценностью продукта играют с помощью программ лояльности. Любые программы лояльности и в основном мобильные технологии сейчас используются как добавочная стоимость. То есть если вы пользуетесь кроссовками Nike, в них бегаете, одеваетесь в одежду Nike, в ней тренируетесь, вы уже поклонники Nike, вы уже ими пользуетесь. Но приложение Nike Plus, которое трекает, как вы занимаетесь, придумывает вам тренировки, трекает, предлагает, как вам улучшить свой уровень физической подготовки, оно создает добавочную стоимость. То есть оно строит отношения с брендом и привязывает вас еще сильнее. Заодно собирает всю информацию о вас, где, что, как, и отдельную продажу. Да, естественно. Или улучшение продукции. То есть, по большому счету, ценность продукта – это
ключевые преимущества и необходимости потребителя. Это ключевые преимущества вашего продукта, которые удовлетворяют основные потребности сегмента, на который вы направлены. Естественно, надо ориентироваться на первое впечатление целевого сегмента, которое состоит в тех факторах, которые здесь написаны. Так, теперь пришли к тому, с чем вы будете работать. На самом деле, все, что я вам рассказывала, в итоге должно прийти в ваш value proposition. Это ценностное предложение вашего продукта. Так как преимущественно в IT вашей визитной карточкой есть ваш лендинг, то ваше ценностное предложение должно в основном вмещаться в одно предложение. Если говорить об офлайновом бизнесе или бизнесе B2B, где нужен холодный контакт, звонок, встреча и прочее, то value proposition вкладывается в такое понятие, как лифтовая презентация. У вас всегда есть всего лишь одна минута, с помощью которой вы можете зацепить человека и донести ему основную мысль, как он может, то есть как ваш продукт может ему помочь. Чтобы... Проработали во вторник, скорее. Она мне говорила. Ну, еще раз повторю. Потому что как-то выяснилось, что, возможно, недостаточно было. Не закончили, не успели последний вопрос. Ага. Конкуренты и аудитория. Ну вот по аудитории мы прошлись более подробно, по конкурентам, по своду я вам рассказала, если будет интересно, еще больше расскажу. Ценностное предложение формируется на пересечении тех хотелок, которые есть у вашего клиента, того, как вы можете эти хотелки удовлетворить, и предложение рынка, то есть все конкуренты, о которых мы говорили. Совокупность того, что вас отличает от конкурентов, какие потребности удовлетворяет и как вы это быстро удовлетворяете, формирует ваше ценностное предложение. На лендинге у вас это будет выглядеть, скорее всего, как заголовок, подзаголовок, список ключевых преимуществ и изображение какое-то такое тематическое. Как пример могу рассказать о своем проекте. У меня изначально, у меня приложение, интерфейс для пациента. И мы туда на лендос засунули такую чихающую девушку. Это типа «поможем выздороветь». Ну или что-то вроде того. И не работало, не приходили, пугало, вызывало какое-то отвращение. Причем его еще так задизеблили немножко сереньким, оно выглядело как траурная какая-то вещь. Поменяли на улыбающуюся милую девушку, все заработало. То есть чаще всего изображение – это первый эмоциональный контакт. К сожалению, информационные технологии привели к тому, что люди быстрее воспринимают картинку, чем текст. И читают вообще очень мало людей. С каждым годом вникают в тексты гораздо меньше. Поэтому в SMM, например, пользуются стратегией удачный заголовок, типа 10 шагов стать успешным, там, или 5 навыков лидера, чтобы быть лучше всех, там, или еще что-то подобное. И тогда люди, это же всего лишь 5 предложений прочитайте. Тогда они разворачивают пост, а там вот такая вот, не знаю, там стена написанная. 5 минут достаточно, в общем случае. Да. Ну, или они делают правильно, делают bullet-поинты, типа зацепляют внимание и пересылают куда-нибудь на блог. Ну, просто не всегда у всех есть такие. С таким продажником поспорил. Зашел на сайт, не вылазит. Помочь нужно. Я говорю, классный спам-сайт. Я говорю, не спам-сайт, а вот это вот, точнее, скам-сайт. Стандартная схема. Вот, но в другом проекте финтековском, который мы на штаты запускали, работал лендинг, в котором мы сделали гораздо умнее. Во-первых, в зависимости от того, если мы могли определить, заходит человек с мобайла или нет, мы показывали соответствующую платформу. То есть, если человек заходил на наш сайт с айфона, мы ему показывали предложение для айфона. Если он заходил с андроида, мы ему показывали предложение для андроида. Если он сходил с веба, мы его ввели и по мобильным приложениям, и по инструменту веба. Ключевая информация вся вкладывалась сугубо в наш первый баннер, который помещался на экран. Был слоган finance, simplified your finance. То есть, в принципе, мы были приложением, которое должно было сделать управление личными финансами гораздо проще. Мы набирали и идентифицировали все карты нашего клиента,
и формировали их в общий бюджет. После первой стадии вот такого вот выхода мы научились еще строить по этим данным умные алгоритмы. Мы предсказывали, строили предикативные модели, с помощью которых говорили, сколько в ближайшее время у тебя будет расходов, чтобы тебе поуменьшить, там, чтобы ты смог сохранить и куда-то их вложить, типа на депозит или еще что-то. И также делали геймификацию, что-то вроде байшопинг, или как-то так мы ее называли. Ты мог ввести сумму покупки, которую ты в ближайшее время хочешь сделать, и тебе веселый персонаж свинка-копилка говорил, а можешь ты это сделать или нет. Было забавно, мы там придумали около 45 алгоритмов, потом их расширили до 90 алгоритмов, до 180, и нашли сервисы, которые предлагали монетизацию такой игрушки, ну и купили продукт, по сути. Поэтому это очень весело и интересно. Вернемся к value proposition, к ценностному предложению. Я предлагаю, в принципе, сейчас посмотреть на те примеры, которые я подготовила, и по этим примерам пойтись и дальше посмотреть. Все знают, кто такие WordPress? Таких что? WordPress. А, господи, да. Они изначально всегда выходили со слоганом «Сделайте свой веб-сайт бесплатно». Бесплатно — это, в принципе, триггер, на который все люди ведутся. Поэтому у них до сих пор никак не никак не падает клиентопоток, в принципе, потому что у них есть один лендинг, он типа сделает сайт бесплатно, все, кто в первую очередь «хочу сделать сайт», их туда отправляют, и нажимаешь на четкий call to action, вообще лендинг идеальный. Идеально понятно, где call to action, если тебе подходит, идеально понятно, что и как тебе предоставляют. Вложили они это, ну, 6 слов. Немножко там написано внизу такое объяснение для тех, кто любит читать мелкий шрифт. Если я закрываю, говорите, я отойду. Мелкий шрифт, так типа в договоре. Что вам на этом лендинге нравится, не нравится? То есть написано break free of App Store approvals, mobile optimization in a minutes, not months for use on Android. Что не нравится? Да, да. Вот первое, что вы видите, что вас пугает? Ну, меня лично пугает то, что изображение вообще никак не связано с сервисом, который они предоставляют. Получается, это мобильный продукт. Да, то есть это один из первых сервисов, который возник в Штатах по оптимизации органической выдачи вашего приложения по какому-то запросу. Если знаете, это ASO. Ну, то есть то, что было на сайтах SEO, теперь есть ASO, это для мобильных платформ. Плюс, да, черная кнопочка, она такая тоже странная, потому что тут начать бесплатно, окей, ты уже и так начинаешь бесплатно, а тут тебе еще предлагают приглашение для демо. И непонятно, зачем два call to action и чем они отличаются. Вообще непонятно. То есть всегда нужно стремиться к тому, чтобы был один какой-то флоу, чтобы человек не сидел и не догадывался, что ему нужно сделать. Можна уточнить? Да. Не завжди, за деяких розкладів, буває, коли ми ставимо дві кнопочки, і людина бачить одну синеньку, вона нажимає на синеньку, тому що в неї з'являється вибір. Не просто закрыть сторинку, а нажать одну из двух кнопочек, и в ней... Хорошо, ответь на вопрос, кликает. Почему форму регистрации и авторизации стали делать, там, грубо говоря, логин, пароль и типа sign up. А логин маленьким гиперссылочкой под кнопочкой. Ну, бо людина, яка вже регалась, якщо кука на сайті зберігається довго, то вона, скоріш за все, не буде розлогінена. И когда она приходит другой раз, через то, ты что она уже корректируется. Ты смотришь как технарь, который это реализовывает, а ты посмотри с точки зрения пользователя. Я зайшов на сайт и на нем залишився. А если я на него еще не зайшов, тогда мне нужна большая кнопка, чтобы зайти. Если ты не сохранил пароль, и оно тебе не подставило логин и пароль. Ну, тогда сгадать пароль будет. Вот. Фри. На самом деле сделано это немножко по-другому. Сделали это, чтобы решить лишнюю проблему. Потому что очень часто, если человек уже зарегистрировался, и наоборот, если человек еще не зарегистрировался, но он попал на логин форму, его там отправляют на какую-то регистрацию, чаще всего ему это сложно кажется, он типа отказывается от этой идеи, в принципе, и уходит, и хрен ты его догонишь. Если ты его по умолчанию заводишь на регистрацию, там тебе все очень просто, ты всего лишь два поля, одна кнопка, все, и ты наш, мы тебя любим и обожаем, то
это проще воспринимается. А тот, который уже зарегистрировался и один раз на это потратил, он нажмет на маленькую гиперссылку, его автоматизируют, там все отправят, и все прекрасно. Идея в том, что нужно понимать все моменты, где вы можете упростить. Если вы можете убрать шаг, уберите этот шаг. Если вам не нужно это поле, уберите нахер это поле. И нужно уходить от этого, оставлять минимальное количество действий. Например, в интерфейсах терминалов PrivatBank'а мы когда реализовывали туда функции, меня жутко бесило сначала, а потом я поняла всю гениальность этой идеи. Один экран, одно действие. Ты выходишь, тебе показывается, грубо, одно текстовое поле и клавиатура. Если бы там накапливалось каждый раз одно поле заполнено, второе, третье, а потом тебе еще куда-то вернуться, что-то поменять, было бы гораздо сложнее. Да, с одной стороны, типа, тяжело держать в голове, что ты вносил на каждом экране. Ну, если ты вносил правду, то это не... Вот, но для этого есть последний экран подтверждения. У тебя замечательные линии, в которых написано, здесь ты ввел это, здесь ты ввел это. Если ты хочешь конкретно это поменять, здесь кнопочка «Изменить», тебя отправила на ту вьюху, и все. Точно так же, вот в чем отличается UI, UX Android и iOS? Android – это материал дизайн, где ты берешь и прокладываешь все слои. И, по сути, в Android ты бесконечно листаешь там поле чего-либо. А в iOS у них наоборот. У них идет как бы один экран, и если ты нажимаешь следующее действие, это следующий экран, следующий, следующий. И тут не поспоришь, что лучше, что хуже, потому что и то пользуется популярностью. Я просто жуткий фанат айфонов и Apple, и я после Apple еще перешла, купила специально себе девайс, чтобы понять, что такое Android. Сейчас вот до сих пор полгода на андроиде. Я его сначала ненавидела, а сейчас после андроида пытаюсь рисовать дизайны для iOS и не понимаю, как. То есть мне кажется, вот это бесконечное полотно экрана просто глупо. И здесь приходит на встречу другое. Когда пересекаются вот эти два принципа, я реально понимаю, что мне впадло это все настраивать, и я просто предзаполняю поля. Я вычисляю, что чисто гипотетически для всех пользователей по умолчанию в этой функции нужны вот такие параметры. Если они хотят, так, они могут зайти и изменить. Микроформатом это все пробовали. Да, да, да. Пусть это только для 10-20% пользователей это подойдет. Но, по крайней мере, 10-20% пользователей не будут выполнять лишних действий. Конечно. Вот и все. То есть, если у вас есть возможность убрать какое-то вторичное целевое действие, уберите. Это вот там, например, демо, по большому счету, можно сделать или как ссылочкой, гиперссылочкой или вкладочкой на презентацию, или как личным имейлом, предложением о том, что вот, у нас есть такая функция, хочешь, поучаствуй. Ну, а можно взагалі ванпейдж зробити, і він собі вниз трошки проскролив, і в нього сразу фрі. Да, 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 то есть по большому счету, да. Следующий, Mint. Вот обожаю этих чуваков, это были мои конкуренты. Это махина, у которой больше 50 миллионов клиентов. Уже больше 6 проектов в финансах Соединенных Штатов и монетизируются просто колоссально. Они очень простые, предлагают замечательные алгоритмы. У них есть очень классные личные персональные коммуникации с пользователями. И вот, кстати, то, что вы не успели по конкурентам говорить. Именно со Штатами у меня был незаменимый опыт в бенчмаркетинге. Как всегда говорится, зачем придумывать колесо, если ты можешь его покоммунизить у того, кто это уже прошел и шарит. И помимо Mint'а у нас был еще один конкурент, у которого мы начали интерфейс, элементы интерфейса, там пути UX брать. Но в Штатах очень развито авторское право. При выходе в App Store нас сразу заметили и написали письмо. Ребят, не хотите судебных разбирательств? Меняйте интерфейс. А как заметить? Ну, визуально, то есть сидит экспертная комиссия, которая... Да я без понятия, главное, что они заметили. Что они заметили. Да, моя задача была что-то поменять. Похоже, ты такой, опа. Ну, элементарно, вот даже вот главная структура, да, функции, которая у вас есть, это стандартные функции. Это логично в первую очередь сделать, потом уже дальше можно что-то менять. Мы с этой структурой вышли, структуру каждой функции примерно так же сделали, но в своих цветах, логотипах и прочее. Но оно выглядело аналогично. Ну, такие же привычки табать были, работали, такие же привычки UX были, предположим. И они сказали, не-не, ребята, это наш продукт, давайте менять. Тогда мы немножко концепцию, в принципе, поменяли, и мы решили быть апой, которая делает почти то же самое, но просто гораздо сильнее упрощает и помогает планировать будущее, то есть предсказывает. А Mint, в свою очередь, они предлагают, как в принципе и Privat24, сервисы для юрлиц, физлиц, кредитов, рефинансирования и прочее.
И они потрясающие с точки зрения своего ценностного предложения. Для каждого продукта они вот формируют в один заголовок, понятный, с одним call to action, все, больше ничего нет. Еще прошу обратить внимание, что картинка, в принципе, описывает и сам продукт, что он делает, и понятно, что это информационализация, это ведение персональных финансов. То есть сразу это ноутбук. А мы можем, кстати, свет потушить, чтобы вам лучше было видно светить. Нормально, да. Там будет нормально? Нормально. Я засну, если вы включите свет. Спать больше надо. Хорошо, давайте так. Ваш первый взгляд на это. Вы сегодня целевая аудитория, на которой мы тестируем чужие идеи. Так, нравится? Я бы видел сам... Не, ну он не перегружен, в принципе. Можно сразу понять, где читать, куда смотреть. Мне нравится. Да, ну я сразу понимаю, что мне нужно взгляд вниз опустить, там, где web and mobile build for developers. И, в принципе, это уже достаточно дальше. Понять, нужно ли мне это или закрыть. Это наверное, такая связь такси с... Ну да, дрибл и лифт, это не ключ. Ну да. Не, ну если прочитать web and mobile payments, почему бы нет? То есть они, в принципе, показывают один сервис веб, у которого есть мобайл-адаптация, и другой мобильный сервис, в котором есть их сервис платежей. А, то есть это было специально сделано? Да. Честно, оно выглядит как будто... Вот это 100% выглядит как будто лишнее. Есть, меня на самом деле здесь еще пугает то, что они выделили кнопку «изучить больше и зарегистрироваться». Потому что, по большому счету, как бы хорошо бы было сразу зарегистрироваться и отправить на e-mail коммерческое предложение, правила, договор на ознакомление. И это как раз у тебя контакт для клиентской базы, с которым ты дальше сможешь работать, даже если он не согласится. Или просто использовать его как целевую аудиторию, или как, скажем, платформу для пиара продуктов своих партнеров, которые в итоге все-таки зарегистрировались и пользуются твоими услугами. Я бы сделала так. Ну, я, наверное, где-то там в сотнем поколении еврей. Они сделали по-своему, по-американски, прозрачно. Они отправили на обучение, чтобы человек реально осознавал, на что он соглашается. Чуть позже еще расскажу вам про платежные системы и поймете, почему они так сделали. Ну, в Stripe ты заходишь в документацию, спрашиваешь для разработчиков, у тебя сразу челюсть потрясает, такой все, зарегистрироваться. Пошел тестировать. Да, это их хорошая пиар-компания. Там, хорошая пиар-компания. Щелк-щелк, у тебя уже все работает, завелось. Да, да, да. Ну, пиар-компания немножко другая, но... Ну, я... Кто знает Trello? О, ну, конечно, все, да. Все знают Trello, не все пользуются, но... Да, нравится пользоваться? Вони вже пофіксили цей баг, який я казав на першій ітерації. І що там за баг? Кнопочка авторизація Google була в третьому екрані. О, Боже, ну ладно. Теперь смотря на свой продукт, я знаю, почему я так сделала. Ну, на самом деле, тут больше ничего и не надо. Они типа sign up, it's free. Классный call to action. Понятно, что они делают, понятно, куда, как. Отличное объяснение, вообще ничего лишнего. Изображение вообще не надо, потому что у них уже логотип за все говорит. И, в принципе, у меня даже нету замечаний. Я их очень сильно люблю. Они известны, поэтому ты сразу знаешь, что это. Нет, на самом деле это их самый первый лендинг. Они с ним выходили, когда их еще никто не знал. Поэтому, ну да, оно работает. Ай! Сюда. Кто знает Skillshare? Это то, что сейчас и украинские разработчики стартапов пытаются копировать. То есть это, в принципе, платформа, на которую ты можешь зайти и онлайн через скайп с кем-то как-то какие-то свои скиллы прокоучить. Например, научиться играть на гитаре, побыть моделью, научиться фотографировать, научиться рисовать, найти себе педагога вокруг, прочее. Как people per hour? Наверное, я не знаю, это сервис, извини. Финансовая модель там включена? А скиллы как бы там, ну, потери, допустим, для стартаперов? Learn new creative skill. Изучи новый креативный скилл. То есть они в одном слове, не в четыре слова сделали, что они делают, для какого сегмента они делают и какую проблему они решают. Четыре слова. Вот это вот идеальный тоже value proposition, к которому нужно стремиться. А сегмент как определить в этих словах? Креатив словом?
Ну, по сути, да, потому что дальше ниже ты можешь посмотреть, что креатив, они вкладывают то, что ты можешь найти уроки, онлайн-уроки дизайна, фотографии, бизнеса и более. Ага. А, сзади нарисован фотограф, я думал, строитель, что-то там, гипсокартон бьют. Вот, и опять же, то, что я говорила, есть GetStarted, это регистрация. Вот, кстати, очень быстро во многих стартапах в Штатах поменяли sign-up, регистрацию, на GetStarted. Ты начинаешь, они тебе сразу и интро какое-то дают, и регистрацию дают. И есть там, типа, стать учителем, если ты, по сути, бизнес, а не потребитель, и sign-in. То есть, если ты уже там есть, ты можешь просто зарегистрироваться. Ну, скорее всего, придет уже какую-то программу, реферальную, ну, пригласят. Вот, кто знает, что такое SoundCloud? Ой, извините. SoundCloud? Все, походу, знаете, как Android. Я не знаю. Чего? Не я очень... Android. Ну, у меня, в принципе, Mac, да. И я очень всегда Mac пользуюсь. Я люблю Apple Music, но я уже 2 недели не могу за него заплатить. Там короче, на Android с 2 по 5 Android стандартный SoundCloud ставился. Не знаю, у меня он стандартно не ставился. Не тебя с Android? Не ставился, у меня не было. Я еще первый раз, ну, я слышал, что такое. На самом деле, ребята крутые, потому что они, опять же, с обычного музыкального плеера, как Spotify, определили свое ценностное предложение, определили свой сегмент, верифицировали продукт и сделали охеренную вещь. SoundCloud на текущий момент имеет очень сильную Discover функцию. То есть это функция, которая подбирает тебе... Скриншот. Да, это скриншот. То есть, по сути, это одна из тех музыкальных платформ, которая с помощью рекомендательных алгоритмов выбирает тебе музыку относительно какого-то трека, который ты залайкал и послушал 5 раз, он тебе будет предлагать рекомендации. И иногда он угадывает настолько круто, и такие вещи рекомендуют, о которых ты в жизни там мог не найти, не додуматься. И для меня это вообще решило всю проблему поиска музыки 2 года точно. Занятно. А с Apple Music все равно проблема с этим. С Apple Music проблемы с их рекомендациями. Они определили, что я в Украине, и стали мне рекомендовать русскую и украинскую попсу. Да, и мне рэп русский еще. Я вообще с этого там не знаю. А ты какой рэп собирался слушать? Не, ну я там могу там все. Опять же, то есть все функции своего сервиса они вложили в первый баннер с понятными call to action, с понятными своими функциями. Еще и с заставками там топовых песен, топовых исполнителей, которые есть сейчас у них. Не понятно, не понятно. Не адресуем, блоки. Все же знают Дэвида Пицца, да? В свое время, когда они только выходили, производители пиццы в Штатах, где они были, было дохренища, очень много. Что-то и в Штатах, Домино – это сеть пиццерий. Я знаю. С доставкой. Вот. И когда они выходили, они тоже были такой же пиццерии, ничем не отличающиеся, со стандартными видами пиццами. Да, это франшиза. А, это франшиза, уже я их в Европе встречала. Нет, это франшиза, так же, как и Hard Rock Cafe, и Макдональдс, и пошу-пошу-поехала. И потом они просто решили и придумали фичу, с помощью которой они очень классно раскрутились, что они доставят пиццу за 30 минут или вы ее получите бесплатно. И они в это всегда вкладывались. Это вот возвращаясь к тому, что если вы даете гарантию, это чаще всего более мощное преимущество, чем какое-то там, не знаю, отличие от конкурентов. То есть вы понимаете своих потребителей, понимаете их проблему, понимаете, как вы их решаете, их косвенные причинно-следственные вопросы, которые они могут не задавать. И если вы на эти причинно-следственные вопросы, которые у них есть, и они могут не задать, можете повлиять вот таким вот месседжем, в 4 сразу слова, то вы победите. Я думаю, если регулярно когда-нибудь придумали 3 сыра в одной базе. Вот, есть 4 сыра, и это вкуснее. А, это 4. В 2005 году было. Вот, на самом деле, не только на лендинге можно выиграть. Очень часто через месседж, который вы доносите через AdWords или через SEO, можно выиграть больше. То есть, если вы знаете 6PM, кто знает? Вы шоу бы их не покупаете? Нет. Нет. На самом деле, это та обувь, которая у нас в Интертопе может стоить от 9000 гривен. Там ее можно купить гораздо дешевле. Интернет? Да. За счет чего? А? За счет чего?
За счет того, что это прямые взаимоотношения с поставщиками, и они чаще всего продают там старые модели. Качество может быть еще лучше. Мне предлагали сумку по... С XPM? Ну, я не знаю, интернет-сайт, давайте, ну ладно, получается, цена как бы дешевле, но качество нечто, в принципе, пощупать, и по новой почте вот предлагали эту сумку, и я как-то так вот решился ее купить. То же самое с обувью. Я видел, что действительно... Нет, нет, нет. Самое страшное, что на XPM может с вами случиться, это вы купите размер там европейский или американский и немножко не угадаете. Там, например, у меня знакомый сказал 42, ему приехал на наш манер где-то 48. Но у него такая нога сразу в 2 раза больше. Поэтому это единственное, там надо очень аккуратно смотреть, гуглить, какие размеры. Лучше в сантиметрах проверять длину своей стопы и там дальше уже делать. Из Америки постараться. Да, да, да. Вернусь к тому, что тема на самом деле доката – это развитие продукта и ценностное предложение. То есть все, ничего вы не делали. В бизнесе важно это вложить в одно предложение, это в информационном бизнесе. В офлайновом бизнесе важно вложить это в лифтовое предложение, предложение, когда вы можете за минуту, за 20 секунд презентовать все самые важные преимущества вашего продукта и то, как он решает проблему вашего конечного потребителя. И с XPM очень классно справился, грубо говоря, со своей основной фразой, которая появляется там, при поиске обуви или покупке одежды, это дисконтные низкие предложения одежды, обуви и аксессуаров, и более. То есть основное предложение, которым там у них пользуются, это одежда, обувь и аксессуары. Они это сделали, они вышли в топ и ими пользуются. А теперь плохие. Я подсказываю, это плохие примеры. Читайте. Чего вам не нравится? А там еще видео, здесь моё. Не-не-не, нету тут видео. Это скриншот. Какой-то стрёмный мужик. Значит, мы на сайт до них заходили. Там чи рыба, чи колбаса, что-то такое, да? Нет, в смысле, что ничего не понятно, но уже надо адрес ввести, уже не хочется. Может, в этом дело. Такой, ну, во-первых, call to action 4 слова и знак восклицания. Меня это пугает. Второе, то, что слоган be a marketer. Типа, будь маркетологом. И чё? Ну, может, я там ходил на питоне, а мне предлагают. Там чи рыбу, чи колбасу рекламує основний, типа, цей. Ну, ми знайшли цю фоточку. Вот, то есть, по большому счету, чё за сервіс? Что делает? Вообще непонятно. На самом деле это, по сути, CRM-платформа, которая позволяет настроить толсу коммуникации между пользователем и саппортом. Все. Ага. А чего они до педофила там нарисовали? Ну, понимаете, да? То есть противовес того, что мы смотрели, и то, что здесь как бы показано. Ну, все знают, да? Что такое Инстаграм? Да. Это анти, да? Это анти. Конечно, анти. У них веб-версии немає нормальной. Да, то есть по большому. Вы, на тот момент, когда они выходили, они разместили две фоточки телефонов, два поля для регистрации и две ссылочки на маркет, все. Что было, что ну просто из этого лендинга непонятно, что они предлагают, какой это сервис, какой это продукт, понятно название, которое на тот момент еще никому не известное. Да, но у них таргет был основной, это мобильные платформы, и всегда, ну, по факту, в основном заходили с телефонов, и когда заходили в App Store или в Google Play, у них хорошо было там описано, и в тайтле, и в описании, и в фоточке, скриншоты. Смотри, этим очень сильно... С Apple-овским сабмаркетом, я согласна, там ты устанавливаешь кейворды, и, по сути, если идет запрос по ключевому кейворду, тебя выкидывают на ключевые продукты, которые есть с этими кейвордами. И, видимо, они угадали с кейвордами. Похоже. Да. Ну, видимо, угадали. Но это если ты в Play Market ищешь. Если ты делаешь через Google, и тебя кидают на лендинг, и на лендинге непонятно, что ты делаешь, то в маркет не пойдут. Вот с тем же проектом, который я говорил, который мы запускали в Штатах, финтековский, у нас на лендинге просто было очень хорошо объяснено, что там есть, и тогда люди приходили на маркет и скачивали. Я же говорю, что просто, скорее всего, у них таргет был не Google, не через Google искать, а искать через App Store и Google Play приложение. Ну, так, произошел, что через одной галереи, и все. По факту. На этот пример даю тебе кейс своего последнего проекта. Мы делали рекламные кампании, информационные рекламные, digital кампании, и с оптимизацией Play Market, с оптимизацией App Store
ориентированный на сегмент людей, у которых есть Android, соответственно, на Play Market, у которых есть iPhone, соответственно, на App Store, с сегментами интересов по своему продукту, там, соответственно, с таргетом, который там, мы гипотетически предложили. Смотрите, мне кажется, сейчас есть вот Product Hunt, и тогда необходимость иметь landing page нужна, потому что тебе потом нужно пиариться там через всякие вот эти вот онлайн-инструменты, которые на десктопе люди пользуются. Да не обязательно. Тебе достаточно группы в Facebook и юрлица, и все. С красивым баннером, логотипом и все. Это весь Lendus? А? И это весь Lendus? У кого? Если сделать страницу в Facebook. Ну, на самом деле, если ты делаешь мобильное приложение, то гораздо важнее то, как ты умеешь работать с кейвордами в маркетинг, чем любой лендинг и прочую фигню. Другой момент, какая сложность. Ну, это, знаешь, это от продукта к продукту, ну, неприменимый кейс. Это достаточно сложно объяснить. Столько науки, еще там кейворды. Вот, пройдемся по всему докладу, который был, то есть как составить свое ценностное предложение, то есть как вот сделать ключевое предложение из 5, максимум 6 слов, которое донесет смысл. Первое, это очень-очень хорошо понимать свою аудиторию, то есть сделать карту потребителей, понимать, какие вопросы они прямо будут задавать, какие есть косвенные вопросы есть и какие гарантии на эти косвенные вопросы вы можете давать в рамках своих услуг и продуктов. О, это хорошая точка. Второй момент. Отлично. Верифицируйте их, то есть создайте все эти аудитории, протестируйте, посмотрите, создайте конкретные портреты тех пользователей, на которых вы будете ориентироваться. Исследуйте конкурентов, то есть посмотрите, какие потребности, какие вопросы, гарантии дают они, чем вы можете выделиться. О конкурентах могу сказать чуть больше. Чаще всего в информационном бизнесе это такая тонкая игра ценностей. Например, есть обычный цирк киевский и есть цирк Дюсселей. Чего есть цирк? Дюсселей. Это французский цирк-шоу. Цирковое шоу. Безумно красивое, все его обожают. Вот есть, да? Один стоит 2000 гривен и туда всегда шлах, один стоит 20 гривен и туда никто не идет. Зря. Ну, к примеру, да? То есть почему нет? На самом деле цирк Дюсселей – это один из самых древнейших цирков, там семейный бизнес, который очень долго пользовался популярностью с появлением ТВ, с появлением там, каких-то шоу, развлекательных телевизионных программ и прочего. Он стал загибаться и реально уже как бы, стоял вопрос о том, чтобы стать банкротами и уйти. И они просто немножко поменяли. Они сделали не просто цирк со своими какими-то аттракционами, а реально цирк, театральное шоу со спецэффектами. И они теперь известны на весь мир. Просто потрясающе. Это чаще всего ваше ценностное предложение и работа с конкурентной средой – это умение найти вот тот момент, ту пустую нишу, которую конкурент пропустил. Найти вот тот, вот как домино. Они нашли, чего не хватает у конкурентов, то есть никто из конкурентов не догадался сказать, если мы через полчаса не доставим, ну все бесплатно. И все сидят и такие, так, я заказал 9 минут, в 9 минут, если в 9 минут не приедет, все бесплатно. И все сидели и это делали. Более того, если вы откроете какой-то ресторан и скажете, что официант, после того, как вы сделали заказ, официант вам не принесли через 15 минут заказ, мы вам компенсируем стоимость этого заказа. У меня в Днепропетровске было такое заведение, которое такое сделало. Я там только там завтракала. Только там завтракала и обедала. А это было важно, потому что это заведение находилось в бизнес-центре, и понятно, что туда приходят люди из офисов. То есть они очень торопятся, у них есть частный обед, и больше они там не просидят. И если им в течение 15 минут приносят всю еду, еще и по этапам, то они не опоздают, покушают, будут счастливы, и будут целовать этого официанта во все возможные места. Вот просто. Ну, на мне, правда, один раз только лужинули. Мне стало их жалко, я заплатила. У нас как было такое кафе, и там были песочные часы. Мы с ребятами пытались и песочные часы стрясить вниз. Получалось. Да? Ну, нельзя так делать, это нечестно. Мы потом говорили, официанту, ладно, мы тут. Ты уже до минус, ну, крайне заграничных, я в Украине проверял, но бывает, заказываешь пиццу, куда там, может быть, допустим, не положить тебе сладкую перцу или что-то еще. Они раз принесли, слушай, ну я же просил. Ой, извините, эту забирайте так, мы сейчас еще одну сделаем. То есть. Вот. И последнее, что из этого всего, из процесса верификации вы должны вынести, используйте только ключевые преимущества своего продукта. Потому что, ну, например, на своих продуктах я горькими граблями
накопила опыт, когда у меня есть 12 функций, я считаю, что они все классные, я их все сама придумала. Они такие гениальные, они в один клик, и они все решают. Но в результате, чем ты больше хочешь донести, вот, вот это все важно, 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 тем меньше на тебя реагируют. А вот этот вот именно узкий сегмент, который вы выберете, можно еще сузить, еще больше. Чем уже предложение будет, чем более таргетированное директ сообщение вы составите, тем лучше будут вас покупать, тем выше будет конверсия. И тем меньше вы потратите на рекламу, и в результате получите прибыли. В основном сюда вот к выбору тех, к карте потребителей, которую вы составляете, можно добавить еще такой фактор. Это жизненный цикл вашего клиента с вашим продуктом и сколько он за этот жизненный цикл принесет вам денег. То есть имеется в виду, что человек пришел к вам, первый раз подключился, там в течение всего процесса и периода пользования вашей услугой он там приносит энное количество денег, и это окупает вот эти вложения на его привлечение. И вот чаще всего тот сегмент клиентов, который за вот этот период имеет самый длинный период, самый долгий, имеет, ну, за этот период приносит больше денег, в него и вкладывайтесь. И для него пишите все преимущества и месседжи и прочее. Тому же чаще всего это превращается в лояльных клиентов, которые вас позиционируют. Есть золотой принцип Паретто, когда 20 постоянных клиентов приносит 80% прибыли. Он неизменим, он всегда работает, да. И с заказом уже, наверное, не знаю, целая эпоха бизнесов. А вот маленькие лайфхаки. Они есть на Википедии, везде, где вы захотите сделать. То есть так, это модели составления value proposition, то есть ценностного предложения, уже коммерческое предложение. Это так же самое, как и в скраме, правила создания старей, описания задач. То есть кому это надо, что и зачем. Это story в скраме. Здесь как бы то же самое, это применение того, что можно сделать. Мы там помогаем. Вот, вот этим сделать вот это, для того, чтобы вы получили там что-то. То есть это стандартные вещи, в которые, на которые можно наложить свои функции, там вывести и сделать что-то креативненькое. Но не перебарщивайте с креативом. Иногда проще прямо написать, чем реально там что-нибудь закрутить, закреативить, и будет непонятно. Это получается разные, ну, как бы выражения, ну, тем или иначе. Это да? Структура того, как вы можете это все такого. Делать. Ну, смысл один и тот же у всех. Да, да, да. Коротко, ясно и Вот. И я люблю эту картинку. Не гадайте, а проверяйте. То есть в любом случае вы можете строить многие гипотезы, можете догадываться, вам может во сне присниться гениальная идея. Но всегда лучше протестируйте, потому что есть очень большой риск залить дохренище ресурсов и времени на что-то и не получить выхлопа. В экономической теории, в политэкономике, есть такая теория, как теория альтернативных издержек. У вас всегда, даже вот в личной жизни, есть альтернатива выделить на что-то время или с кем-то пообщаться. И всегда нужно выбирать и уметь кому-то сказать нет, а чему-то сказать да. И вот, вот эти вот альтернативы чаще всего, они имеют потенциал, на который вы должны ориентироваться. Точно так же со всем остальным. Лучше протестировать, проверить и вложить свое время и ресурсы на то, что реально будет работать. Мои рекомендации, я это еще все отдельно с ссылочками кину. То есть первое, что я вам рассказывала, это этапы развития стартапа и приведения его в успешную бизнес-модель. Книжечка, которая совершенно недавно попала во все топ, очень наглядно, очень так выжимками мясом доносит мысли. «Маркетинговые войны» Джека Траута – это классика маркетинга. То есть у меня есть большая гипотеза в том, что вся бизнес-литература пишется по моделям или «делай как я», или «найди тому, кому ты подражаешь, и делай как он». И я поэтому практически всю бизнес-литературу перестала читать. Но есть классика бизнес-ценностей, классика того, как доносятся модели работы на рынке, которую, если прочитаешь, поймешь все основные принципы. Вот «Маркетинговые войны», они конкретно об этом. Она этого Киосаки стоит? Да. Стоит. Не я читала, если я не ошибаюсь, «Marketplace 3.0» — это его книга.
В свое время в привате мы всем топ-менеджментом дружно ее читали, обсуждали и делали какие-то изменения в продуктах, основываясь на этой книге. Здесь купленная, когда давно еще скажу. Вот, в общем, я ваша до часу дня. И есть еще одна тема, которую я должна вам рассказать про платежи. Я думаю, что могу вложиться в минут 50 в час, и у нас есть, грубо говоря, 10 минут на попить водички и поотвечать вам на вопросы. Поэтому предлагаю переместиться на кухню, попить водички, а если чая. Вопросов будет настолько много, что вы на себя не ответите. Я постараюсь рассказать про акваринг за 40 минут и поотвечать еще на вопросы. Хорошо? Хорошо. Идемте тогда на кухню и попьем. Просто я пить хочу жутко. Так, мы вчера контакты взяли или не взяли?